Минск в ожидании чемпионата Европы по современному пятиборью. Форум стартует в белорусской столице в ближайший вторник. Перед хозяевами стоят медальные задачи. Как проходят последние дни перед стартом, узнавала Юлия Селипицкая. Чисто. Время 1:15. Конный вид в пятиборье очень зрелищный, но самый непредсказуемый. Персональных скакунов здесь нет. Именно поэтому сборники сегодня обкатывают по 3, а то и по 4 лошади. На предстоящем форуме будут выступать не только воспитанники Ратомской конюшни. Под континентальный форум скакуны прибыли из областей. Настроение очень боевое. Прошли хороший тренировочный лагерь. Условия баз все просто замечательные. Будем бороться. Приходите смотреть на нас. Черная жакейка, хлыст, специальные сапоги, которые шьются на заказ. Анастасия Прокопенко сносила уже две пары кожаной обуви. Девушка к старту готова, как никогда. Настроение такое боевое, как на соревнованиях. У меня вот и сердце также бьется, и все. У меня такое чувство, что я на соревнованиях уже. В первый соревновательный день спортсмены разыграют награды в женской эстафете. Нашу страну представят Татьяна Холдоба и Екатерина Орел. У мужчин эстафетчики Николай Гаяновский и Александр Повпе. Будут бороться не только совместно за медали, но и между собой. Лучший из них получит шанс выступить на домашнем чемпионате Европы в индивидуальном зачете. Мы хозяины этого чемпионата, ну и хозяинам надо достойно выступить. И думаю, что будут медали. В субботу поедем где-то на озеро, чтобы отдохнуть, чтобы не только шпагу иметь и плавки, то чтобы там посидеть и погулять немножко. К сожалению, пропустит домашний старт Ирина Просенцова. В среду на фехтовании девушка травмировалась. Но остальные наши пятиборцы готовы в родных стенах показать свой максимум.